Займите такой вот букет. У нас же через 3 дня будем праздновать 76-ю годовщину Великой Победы. Вы знаете, что у нас парад будет в этом году. Мы приняли решение провести парад. Куда? В институт? Гражданская авиация, он там преподавал. Вначале нужно на парад, наверное, прийти, а потом уже. А, туда, где пойдете, да?